Saludos, amigos. Saludos, amigos. Сейчас будем смотреть Хуана Себастьяна. По-моему, мы его уже видели. Ну, кстати, то видео заблокировалось. Да, помнишь? Помню, помню. Авторское, да. Потому что... Вот, он более известный, как... Полное имя Хосе Мануэль Фигероа. Фигероа почему-то. Угу. Более известный, как Хуан Себастьян. Это был мексиканский певец и композитор. Он написал более 1000 песен, включая такие песни, включая композиции для знаменитых певцов, как Висенте Фернандес, Лусеро, Пепе Агилар, Росио Дуркал. Угу. Он умер что-то. Да, он умер же. Что я не знаю, 64 года ему было. Он, короче, Грэмми получал кучу. Но его не убили и не, он не разбился? Убили. Нет. Ну, болезни смерть написано. Угу. У него был рак костей. Во. Его диагностировали в 99 году. Он получил лечение и выжил. Угу. Но его рак вернулся в 2007. Как бывает, да, как-то у них там наступает ремиссия, а потом может опять возобновиться. Вообще он 4 раза лечился, да. Рак возвращался. Ну, песня называется Rumores. По-моему, это значит типа слухи. Es que mi tierra me sabe a tequila, huele a tierra mojada. Me canta con... Такие прически старинные. Я тоже делала химию. Специально, чтобы такие были. Да. Белых нечего. Все хотели быть кудрявыми. Ну что, он еще помоложе. Последних видео там, по-моему, он был потолще. Классная песня. Люди пускают слухи, что на весь город. Еще кто-то тут еще поет. Да, у Миши хочет подарок сделать. Так и сделали, забавно. Rumores. Это, наверное, на DVD где-то записывали или специально, чтобы пиратства не было. О, какая красотка. На африканку откуда похоже, да? Нет. Или может быть это самое. Про него слух. Он уйти. Нашла другого мужчину, который слухом не верит. Дела. Вот так песня-то такая. Мне кажется, просто слухи подтвердились. Ну, ты с мужской точки зрения говоришь, а я с женской. Ну, конечно, это эта песня. И та, которую мы делали 2013 года, вообще разные. Там у него больше какой-то к национальной музыке была песня. Ну, а это такая больше попсовенькая. Попсовенькая, да. Так-то хорошая, чужой он сочинял хорошие песни. Вот. Так что нормально. Мне понравилось. Крутой мужик, да, жалко, что умер от рака. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, заходите в наш инстаграм и фейсбук. Салютос. Салютос. Será que al dejarte sola?